Да. Да, что и насчет Евлипмаш, был прав. Евлипмаш полное говно. Ага, так жалуются, что постоянно застревает и качество плохое. Да, кстати. Не знаю, как Маслифт, я хз. Ну, точнее, Маслифт стриж. Ну, думаю, нормально, в лучшем состоянии, чем Евролифтмаш. Ну, и, а если Мэйл, кстати? Ну да, Мэйл тоже вроде нормальный. Ну и КМЗ тоже. 100%. Щербинка так себе. Ну, Щербинка, да. Застревает тоже, но очень редко. Ага. Заодно. Вау! Иди сюда. Это вообще видок. Пусть надо. Оп. У тебя автоматическая... в автоматическом режиме фотографируется это? Нет. А мне тоже видите. Хотя нафига это спрашивает. Интересно. Ой, я хочу вот так. Масли? Блин, серый каз прям как мокрый асфальт. Ага. Помнишь прям как? Да. На бульваре Дмитрия Донского. Да. Я думал где-то вообще рядом с метро. Сейчас помню, на Вагиреево или на Вакасино как-то так. Давай, заходи. Блин, жалко, не музыкальный. Ну да. В 49-м музыкальный. Да. Я там тоже был. Видимо, жильцам музыка не нужна, поэтому его рубили. Да. Ой. Батарейка, у меня еще есть запасная. Да, ясно. Вау. Блин, мокрый асфальт. То, что надо. Ага. Прям как в Щелзе музыкальном. Ну да. Еще за это еще тот. Завершаю запись.